Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения «Новости». В студии Наталья Григорьева. На календаре 29 марта. Именно в этот день, в 1873 году, Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Теперь о том, что происходит в городе и районе. Вначале коротко о главном. Задержаны двое подозреваемых в вандализме над скульптурой «Ребята с нашего двора». Люберецкая молодежь агитирует за безопасность на железнодорожном транспорте. Противопожарные учения прошли в Малаховской школе номер 48. В Люберцах задержали двоих подозреваемых в вандализме над скульптурой «Ребята с нашего двора». Напомню, что двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения поглумились над городской достопримечательностью и попали в поле зрения камер наружного видеонаблюдения. Их дальнейшую судьбу решит суд. Первые слушания по этому делу состоялись накануне. Городская скульптурная композиция «Ребята с нашего двора», посвященная группе Любэ, была открыта в прошлом году. Звездное восхождение музыкантов 25 лет назад начиналось в Люберецком дворце культуры. Скульптурная композиция расположилась на пешеходной улице Смирновская. Вокруг появились новые скамейки, клумбы и парковые фонари. Но хулиганов такая красота не тронула. В середине марта этого года ночью вандалы осквернили памятник и разбили световую конструкцию «Олень». Возбуждено уголовное дело. Не знаю, поощрение, премию за поимку вот этих, я не боюсь этого слова, по сути, негодяи. Премия не понадобилась. Хулиганы явились в полицию с повинной. С каждым из них Люберецкий городской суд разбирался отдельно. Сначала с 21-летним люберчанином Павлом Гуриненко. Павел, а чем вам скульптура помешала? Подозреваемый Павел Гуриненко нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. По его словам, в момент совершения вандализма он не соображал, что делает. Уже был в состоянии неадекватный. Неадекватный был. То есть в состоянии алкогольного опьянения было, да? Ну да. Теперь-то как-то сожалеть, все-таки культура народная. Другому подозреваемому, люберчанину Алексею Лещику, 24 года. Он тоже не имеет постоянной работы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Вы раскаиваетесь о деле? Почему? Потому что стыдно. Не должен был этого делать. Наплылось много чего. Негативно. Подозреваемым в совершении вандализма над скульптурной композицией «Ребята с нашего двора» грозит лишение свободы на срок до 3 лет и возмещение ущерба. А пока суд определил обоим хулиганам избрание меры пресечения в виде домашнего ареста до 21 апреля. Вадим Акентьев, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах состоялось расширенное заседание Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информации Московской областной думы. Тема встречи – реализация государственной программы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса. Какие логистические объекты Люберецкого района готовы развивать железнодорожное сообщение при перевозке грузов? Узнала Яна Яковлева. Логистические комплексы, расположенные в Подмосковье, нацелены на обслуживание всего московского региона, а также являются перевалочными пунктами для доставки грузов по всей России. Чтобы оптимизировать товародвижение и сократить транспортные издержки на территории области, была принята подпрограмма «Транспортно-логистическая система». В рамках ее реализации запланировано строительство 27 объектов логистической инфраструктуры. Несмотря на экономическую ситуацию, интерес застройщиков к возведению логистической складской инфраструктуры не ослабевает. Продолжается строительство и ввод в эксплуатацию крупных складских объектов на территории области. Благодаря этому создаются новые рабочие места, что особенно важно для муниципальных образований. Однако из-за того, что объем грузоперевозок с каждым годом увеличивается, увеличивается и количество проблем. Одна из главных – загруженность автотрасс. В этом вопросе решение уже найдено. Транспортировка грузов по железнодорожным путям. Московская железная дорога готова к сотрудничеству. Сегодня в среднесуточной погрузке дороги погрузка Московской области занимает 20 тысяч тонн. То есть, если это соотнести на наши потенциальные возможности, то мы можем грузить без ущерба, без проблем 170 тысяч. То есть практически 8-9 раз больше наши возможности сегодня по сравнению с тем, что мы сегодня реализовываем.
Нововведение уже находится в стадии разработки в Томилинском логистическом комплексе. И это в дополнение к тому, что предприятие располагает удобными подъездными путями с двух трасс федерального значения – Рязанского и Новорязанского шоссе. На территории комплекса площадью 140 гектар на сегодняшний день эксплуатируется более 250 тысяч квадратных метров складских помещений класса А, 60 тысяч квадратных метров складских помещений класса С. Планируется еще развитие порядка 79 тысяч квадратных метров складских помещений класса А. На территории логистического центра уже есть железнодорожная ветка. И учитывая перспективы расширения комплекса, в скором будущем она будет загружена в достаточном объеме. А самое главное, имеется еще земля для развития. Яна Яковлева, Данила Свидерский, Люберецкое районное телевидение. Люберецкая молодежь за безопасность на железнодорожном транспорте. С таким лозунгом на станции Ухтомская прошла акция, в которой приняли участие представители комиссии по делам несовершеннолетних, управления по работе с молодежью, молодежного парламента и транспортной полиции Люберецкого района. Железная дорога – объект повышенной опасности. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев и со смертельным исходом. Акция «Безопасность» направлена на предупреждение таких случаев. Учитывая, что эта тема очень актуальна, дети у нас переходят железную дорогу даже иногда с родителями в неположенном месте. Плюс ко всему получают травмы такие, что приходится долго лечить этих детей. И все из-за того, что как бы они нарушают именно то, что запрещено законом. Поэтому мы сегодня собрались здесь с целью поддержать эту акцию, поддержать тех подростков, которые правильно переходят через дорогу. Ребята из молодежного парламента охотно приняли участие в акции. О нарушителях они сообщали контролеру, а законопослушным жителям и гостям города они раздавали агитационные листовки. Самым маленьким пешеходам достались подарки на железнодорожную тематику. Всегда я соблюдаю как бы правила поведения на железной дороге. Перехожу всегда по пешеходу. Считаю это безопасно для всех. Это как бы это нормы, правила, их надо соблюдать. Что я не безразличен как бы к данным людям, которые там по своей ошибке, там, я не знаю, по своим незнаниям, по своей неопытности соблюдают как бы и нарушают закон. Агитация, предотвращение, контроль – все это ежедневно выполняет линейная транспортная полиция. Совместно с представителями управления по работе с молодежью и комиссией по делам несовершеннолетних администрации района в акции приняли участие правоохранительные органы и сотрудники прокуратуры. Повлиять на несовершеннолетних можно проведением профилактических мероприятий. Это беседы в школах, беседы в местах скопления молодежи, также на платформах. Ну и пресекать правонарушения, то есть остановить несовершеннолетнего до того, как он нацелился перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Как показал опыт, такие профилактические меры воздействия работают. Однако стоит помнить, что железная дорога для всех, а для детей особенно, является зоной повышенной опасности. Переходить пути стоит исключительно в положенных местах. Это поможет сохранить не только здоровье, но и вашу жизнь. Подобные акции в Люберецком районе проводятся постоянно. Следующая агитация пройдет уже в апреле. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. С 1 апреля в Люберецком районе стартует месячник по благоустройству. Об этом рассказал глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Он также призвал всех жителей активно включиться в наведение порядка на улицах и во дворах. К работам будут подключены все управляющие компании, комбинат благоустройства, сотрудники МВД и Роспотребнадзора. Предполагается, что во время субботников будут высажены несколько сот саженцев деревьев и кустарников, отремонтированы урны и несколько десятков детских площадок. Кроме того, приведут в надлежащее состояние придомовые территории, автомобильные дороги, парки, скверы и территории технологических зон. На 16 и 23 апреля назначены общерайонные субботники. Масштабные учения по противопожарной безопасности прошли в Малаховской школе номер 48. В них участвовали несколько спасательных расчетов, а также полиция и скорая. С их помощью ребята полностью отработали план действий на случай чрезвычайной ситуации. Школа номер 48 была основана более 100 лет назад как первая в России сельская гимназия для обучения лиц обоего пола. Сегодня в знаменитой школе по плану пожар. Здравствуйте. У нас возгорание.
школа 48, Малахова, поселок Малаховка. Возгорание в раздевалке цокольного этажа и задымление помещений. Из учебного заведения выводят более 500 детей, организовано по классам. А еще надо забрать документацию и полностью обесточить здание. 10 минут даются школе, чтобы классы опустели. Портфели, учебники, тетради – все должно остаться, кроме классного журнала, по которому на улице проверяется наличие всех детей. После проверки детей в холодную погоду отводят в пункт временного размещения, в данном случае в ближайшую поликлинику. А пожарные приступают к тушению условного возгорания. В тактических учениях участвовали силы Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, 6 машин и 35 человек личного состава. В помощь спасателям прибыли сотрудники Малаховского отдела полиции и станции скорой медицинской помощи. По плану учений условно пострадали двое школьников, им была оказана необходимая помощь. Однако руководство гарнизона неожиданно усложнило задачу. На цокольном этаже обнаружен сотрудник школы, который не смог самостоятельно выбраться из огня. При тушении учебного пожара была отработана также эвакуация пострадавшего сотрудника МЧС. Работу пожарных можно оценить на оценку «хорошо». Все действия выполнялись четко и слаженно. Были, естественно, недостатки. Для этого мы и проводим учения, чтобы разобрать эти недостатки и не допускать их на реальных пожарах. Положительно оценил действия сотрудников МЧС и руководителя администрации городского поселения Малаховка Кирилл Тимошков. Он поблагодарил личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона за героизм и взаимовыручку при спасении товарища. Учеников. Учения эти проводились под эгидой МЧС по Московской области и Мособлпошспаса. Учения прошли спокойно, все показали свою подготовленность к проведению данных мероприятий. После тушения условно пожара занятия для 9 класса согласно графику бесед в люберецких школах. Государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору Сергей Зубков проверил, насколько дети подкованы в вопросах пожарной безопасности. Ребята вспоминали, как пользоваться разными типами огнетушителей. Так, ну я считаю, то, что школа готова к таким ситуациям, так как такие учения проходят довольно часто у нас в школе. И каждый раз все проходит замечательно. После масштабных пожарных учений дети отправились на весенние каникулы, а преподаватели собрались на детальный разбор полетов. Насколько Малаховская школа номер 48 подготовилась к чрезвычайной ситуации. Вадим Акинтьев, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Уважаемые телезрители, 31 марта в 19:00 в эфире телеканала 360 пройдет прямой эфир с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Ну а наш выпуск на этом завершен. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире.